Анонс. И точно дата выхода шестой серии нового турецкого сериала «Девушка за стеклом». Шестая серия сериала выйдет в эфир 13 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как из-за последних событий Налан не хочет выходить замуж за Седата. Когда она разговаривала со своим отцом, то он обещал, что ничего не будет сделано против ее воли. Но Фериде сказала Налан, что обратного пути уже нет. И как бы ей того не хотелось, она обязана выйти замуж. Она помолвлена с Седатом, и на этом можно тему закрыть. Рафет Караоглу очень зол на Седата, и он вычеркнул его из завещания, о чем заявил всем. Он больше не станет считать его сыном и не хочет, чтобы этот человек показывался ему на глаза. Гюльчихан была шокирована этими словами. Седат никак не может понять, что именно плохого он сделал своему отцу, и что тот так и не смог его полюбить. Фериде пытается объяснить Адилю, что если они откажутся от этого брака, то снова запятнают свою семью, а этого она допустить никак не может. Их честь также будет запятнана, и после всего они уже не смогут так высоко поднять свои головы. Когда наступила ночь, и Гюльчихан с Рафетом уже спали, то к ним в двери стала стучаться Селен. Она была очень напугана и сообщила о том, что с Седатом случились большие неприятности. Налан также узнает о том, что произошло с Седатом. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 13 мая. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.